Митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий возглавил сеночное бдение в храме святых апостолов Петра и Павла при медицинской академии имени Мечникова и больнице императора Петра Великого. Подробности смотрите в нашем сюжете из Северной столицы. Впервые богослужение в Петропавловском храме при больнице Петра Великого возглавил митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий. Владыки сослужили гости из Саранска, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, игумен Милетий Кисняшкин, настоятель Иоанна Богословского Макаровского монастыря, а также петербургское духовенство. Среди прихожан молились сестры Милосердия, недавно образовавшие сестричество во имя равноапостольной Марии Магдалины. Право носить апостольники получили и некоторые студентки академии, которые ухаживают за пациентами, рассказывают им о церкви, о Боге, о праздниках, помогают подготовиться к исповеди и причастию. Когда мы появляемся на отделениях, больные очень радуются. Ну, потому что, во-первых, они видят, что мы дружны между собой, поддерживаем друг друга, стараемся помочь, как-то ободрить, обрадовать их чем-то. Литературу приносим для верующих, газеты, журналы. Приносим святую воду, свечи, рассказываем, молитвословы. Иногда у нас совершаются молебны на отделениях. Это дело, конечно, нужное, потому что болезнь человека, она часто возникает от греха человеческого. И поэтому, когда человек исповедуется, он ощущает облегчение, постепенно выздоравливает. После богослужения митрополит Варсонофий поздравил прихожан с праздником в честь преподобной Марии Египетской. Владыка обратил внимание на тот факт, что, подобно святой, каждый из нас пытается войти в божественное пространство и поклониться Господу. Но страсти наши становятся закрытыми дверями в Царствие Небесное. И только покаяние и решимость, подобно ключам, открывают двери к Богу живому. Это пример Марии Египетской, он как бы заразительный. Вот все мы должны с вами постараться отстать от грехов. И больше на путь греха после этого поста уже не возвращаться. Чтобы нам сделать какой-то шаг вперед к Богу, пространство Божие, где могли мы с вами уже достойно поклоняться нашему Господу. Больница императора Петра Великого и входящий в ее комплекс Петропавловский храм были заложены епископом Гдовским Вениамином в 1910 году. К 1917 году успели построить только временную церковь, которая вскоре была закрыта. Сегодня храм восстанавливается по изначальному проекту архитекторов Льва Ильина, Александра Клейна и Александра Розенберга.